Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Давно не виделись. Надеюсь, вы успели соскучиться. Поэтому для вас я подготовила очень полезное видео, а именно мастер-класс по вот такой вот шапке. Эта шапка связана крючком, хоть она и выглядит так, как будто бы она связана спицами, но нет, это крючком. Поэтому сегодня мы с вами свяжем такую шапку вместе. Надеюсь, что будет все понятно, и у вас все получится, конечно же. Ну что, начнем. Такую шапку я буду вязать из розовых ниток. Мне очень нравится, во-первых, эта пряжа и в плане цвета, и в плане текстуры. Эта пряжа называется Magic. Я не знаю, чей этот бренд, но его сейчас достаточно сложно найти. Я последние мотки покупала на Озоне, и сейчас как будто бы там уже ничего нет. Но на самом деле похоже на Alize Angora Real 40, или как-то так называется пряжа. В общем, они достаточно похожи. Буду вязать в две нитки, потому что пряжа достаточно тонкая. На вот этой шапке как раз такая же пряжа, только другого цвета. Также связана в две нитки. И буду использовать крючок номер 4. Относительно своей пряжи и размеров шапки, которую я хочу, я здесь буду набирать 60 воздушных петель. В зависимости от того, какого размера вы хотите сделать шапку, вы можете сделать длиннее или короче вот этот первый ряд воздушных петель, и уже от этого будете выстраивать всю дальнейшую структуру шапки. Набираем воздушные петли обычным способом. Первую петлю я, наверное, делаю не по-научному, а как я научилась сама. Я делаю вот так, держу нитку одной рукой, второй рукой вот так завожу крючок, проворачиваю его, чтобы образовалась петелька, и протягиваю в нее ниточку, и затем затягиваю, и вот у меня получилась первая петля. И затем уже просто набираем 60 петель. Набирайте свободно, регулируйте натяжение, чтобы петли в дальнейшем, крючок легко в петли проходил, ну и шапка была не такая не сжатая, а более воздушная вязка получалась. Так, я набрала 60 петель. Если вам покажется, что вы набрали слишком много петель, ну, покажется, что 60 для вас это слишком много, и что шапка тогда получится длинной, не спешите с выводами, потому что ваше вязание немножко усядется. Смотрите, в этой шапке 60 петель. И сейчас на первом этапе у меня тоже 60 петель. Так, чтобы попало в кадр, вот смотрите, не натягивая, вот у меня настолько, не знаю сколько тут, сантиметров 10, а на 10 сантиметров сейчас моя первая полоска, она длиннее, чем сама шапка. Но при дальнейшем вязании как бы все у вас немножечко будет меньше, поэтому не переживайте, набирайте 60 петель. Так, набрали 60 петель, делаем еще одну воздушную петлю, и теперь начинаем вязать наш второй ряд. Вязание таким способом, который имитирует вязание спицами, по-моему, по-научному называется это вязание соединительными столбиками, или как-то так, поправьте меня. И вяжется так: во вторую петлю, вот она у нас, от крючка мы продеваем, ну, так сказать, протыкаем крючок в эту петлю, цепляемся за ниточку, достаем, и вот эту же петлю, которую мы только что достали,
продеваем в предыдущую петлю. Еще раз. Протыкаем, поддеваем и в предыдущую петлю. Протыкаем, поддеваем и в предыдущую петлю. Потом у вас уже, когда вы приноровитесь, вязание пойдет намного быстрее, и вы можете уже не делать вот так, что вы достаете, потом отделяете, протыкаете, пронизываете, а что у вас сразу одним махом пойдет петля. Вот. И смотрите, уже вязание немножечко сжимается. Получается вот такая косичка. Таким образом делаем эти простые движения до конца нашего ряда. Довязали до конца нашего второго ряда. Не забываем в конце каждого ряда делать дополнительную воздушную петлю. Вот смотрите, у нас закончился последний ряд. Вот здесь 60-я петелька. Вот. Мы ее продели. И теперь для перехода на следующий ряд делаем воздушную петлю дополнительную. Разворачиваем наше вязание. Теперь третий ряд. Мы будем вязать не 60 петель, а 58 на 2 меньше. То есть, не довязывая до края, оставляем 2 петельки не провязанных. Так что приступаем к вязанию и встречаемся с вами на 58 петельке. 56 57 и 58. Довязали этот ряд. 58 петель, 2 осталось у нас. Делаем в конце ряда воздушную петлю и разворачиваем наше вязание. И дальше вниз мы вяжем столько же, 58 петельчик. Закрываем. Вот, чтобы вам не запутаться, вот где у нас вот этот хвостик от первой петли, ой, от первого ряда, от первой воздушной петли у нас остался хвостик. Вот этот хвостик означает низ нашего вязания. То есть наше вязание шло вверх. Вот отсюда мы набирали 60 воздушных петель. У нас вверх шло 60, вниз 60. Затем ряд 58, 58. Дальше у нас будет еще на 2 меньше. 58 минус 2 будет 56. Будет вверх 56, вниз 56. И так далее. Вот будут повторяться. Вверх у нас минус 2 будет идти от предыдущего ряда, а вниз столько же. То есть мы не минусуем, а такое же количество делаем, как и вверх. Повторяем. Вот. Поэтому как сделаем до конца этого ряда, также 58 петелечек, встречаемся внизу. Довязали ряд. Не забываем делать воздушную петлю. Разворачиваем наше вязание. И теперь начинаем вязать опять вверх. Получится, если здесь у нас было 60, здесь было 58, то следующий ряд у нас будет 56. Так что давайте встречаемся уже на 56 столбике. Так, и последний столбик провязываем. Вот у нас 2 столбика непровязанных. Вы видите, вот что 2 части косички. Можно так их обозвать, потому что похоже очень на косичку. 2 части вот осталось. Сделали 56. Одну воздушную петлю. Переворачиваем вязание. И вяжем теперь вниз также
56 столбиков. Итак, довязали до конца этого ряда, сделали воздушную петлю, как всегда разворачиваем. И смотрите, у нас вверху нашей шапки, не забываем, что вот это низ, нам об этом дает знать вот этот хвостик, который у нас остался от первой воздушной петли, от того момента, когда мы начинали наше вязание. Вот, это низ. А вот здесь, где как раз мы убавляем вот эти ряды, это верх нашей шапки. И, как вы можете заметить, здесь у нас образуется вот такая лесенка. То есть по мере того, как мы вяжем на 2 столбика меньше, у нас вот образуются вот такие ступенечки. То есть вот этот ряд, 2 ряда, это 60, вот это 58, 56 и так далее. Будет 54, 52, 50 и, в общем, так далее. Всего нам вот таких ступенечек нужно сделать 12 штук. А, смотрите, про вот эти вот ступенечки, которые я сказала, как вы видите, что вот у нас 1 ступенечка, 2 ступенечка, 3 ступенечка. А, вот. Я на свою голову вот эту шапку делала из расчета, что у меня таких ступенечек будет 12 штук. Вроде бы у меня обычная стандартная голова. Вот так сидит эта шапка на мне. В целом я пока еще не делала ВТО, поэтому шапка чуть-чуть потянется, но как бы в целом она не так туго на мне сидит. Вот, поэтому смотрите, в зависимости от того, какую вы пряжу будете использовать, в зависимости от того, какой у вас размер головы, вы можете варьировать количество вот этих вот ступенечек, там, добавить себе еще одну ступенечку, или наоборот, например, если вы будете использовать более плотную пряжу, более толстую, то, соответственно, у вас вообще в целом вязание будет немножко толще выглядеть, и будут больше вот эти ряды смотреться. Поэтому вы можете, например, этих столбиков сделать меньше на 1 или на 2, чтобы просто у вас не получилась потом огромная шапка. Вот, поэтому как бы ничего страшного в этом нет. Главное, просто запомните это количество, потому что это количество ступенек, оно будет повторяться. Поэтому вам важно запомнить, какое количество вы используете. Вот, в этот первый раз. Ну, а я в своем вязании вам буду рассказывать именно про 12 ступенек. Звучит, конечно, очень смешно, типа 12 ступеней успеха. Ну, нет, это мое видео не про это. Мое видео про то, как связать шапку с помощью 12 ступенек. Вот, поэтому, в общем, на этом моменте мы с вами ненадолго расстанемся, потому что вы самостоятельно продолжите вязать как раз вот эти 12 ступенек. Возможно, вы сделаете перерыв, поставите это видео на паузу. Возможно, вы отложите этот момент до выходных или там после работы, включите любимый сериальчик или подкаст. В общем, надолго не прощаемся. Всего лишь, я не знаю, сколько будет пауза в этом видео. Но, в общем, как вы сделаете самостоятельно 12 ступенек, мы с вами встретимся. Делайте аккуратно, считайте столбики, я проверю. Так, в общем, мы довязали 12 ступенек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И я начала следующий ряд вязать уже. Это типа как уже 13-я ступенечка, как будто бы должна быть. Вот. Но нет, я продолжаю ее вязать дальше. Провязываю, вот, где у нас была 12-я ступенечка. Вот, довязала до конца этого ряда. Дальше. Смотрите, что я делаю. Нам нужно будет соединить все вот эти ступенечки. Для этого я беру
продеваю, точнее провязываю петлю, как будто бы, представьте, как будто бы это не ступеньки, а это ровная линия. Вот, и я должна буду провязать вот в эту петельку, которая у нас тут осталась, просто провязываю точно такой же соединительный столбик. И в следующую петельку тоже. Вот. Одну ступенечку мы соединили. Точно так же идем в следующую. Раз и во вторую. То есть в каждую дырочку, в каждые две дырочки, в каждой ступеньке мы провязываем все точно так же, как бы мы провязывали, если бы это были не ступеньки, а просто ровная линия. Вот, смотрите, уже клин соединяется. И как будто бы здесь у нас ничего не было. Все так ровненько выходит. Смотрите, а сейчас мы провязали вверх, затем спускаемся вниз. И в следующий раз, когда вы будете вязать вверх, у вас все, представьте, что у вас все обнулилось, и вы начинаете все заново. То есть у вас будет ваш опять первый ряд 60, потом вверх и вниз, потом 58 вверх и вниз, потом 56 и так далее. Так далее, и у вас опять получается вот эти 12 ступенек. 12 ступенек вы сделали. Все соединили, как мы соединили только что. И вот так, вот таких вот клинышек, вот это мы все проделываем 5 раз. Вот, смотрите, на этом вязании вы можете увидеть, вот как раз от вершины идут вот эти ступеньки. Потом мы это все соединили. И затем опять идут ступеньки и так далее. Вот таких клинышков, не знаю, как их обозвать, так мы делаем 5 раз. То есть получилось 1, 2, 3, вот вы видите, да? 4 и 5. Вот. Нечетное число лучше всего использовать, чтобы посередине у вас получался шов. И посередине получился вот этот вот средний клин. Вот. И как раз за счет вот такого вязания, которое, ну, я не знаю, какая-то форма, пятиугольник, вот из таких клинышков у вас как раз и будет образовываться вот эта остренькая форма шапки, что она у вас будет широкая снизу и узкая кверху. Так что предлагаю вам самостоятельно повторить вот эту всю процедуру с клинышками 5 раз. То есть, еще раз давайте проговорим. Сделали 12 ступенек. Сделали, соединили их вверх. Вверх соединили, спустились вниз. Сделали эту процедуру, все, это завершающий этап, и дальше у вас начинается все заново. 60 сделали, вниз вернулись, 58, вниз вернулись, 56, вниз вернулись и так далее, пока вы не сделаете 12 ступенек. Затем опять все соединяете, и у вас должна вот это пройти процедура 5 раз. Как вы сделаете 5 раз, мы с вами встречаемся и учимся соединять уже шапку, сшивать вместе все части и соединять ее в вершине. Так, ну что ж, я доделала последний клин. Всего их делала 5. Вот раз,
два, три, четыре и пятый. Вот вы можете видеть, что каждый клин заканчивается вот такой диагональной линией. Вот. Мне осталось довязать вот эту часть, соединить 12 ступенек, и тогда уже приступим к соединению уже всей нашей шапки. Вот, уже будем готовить ее к появлению на свет и придадим ей уже законченный вид. Еще забыла сказать, что нам важно сейчас, вот мы сделаем один ряд, соединим вот эти все ступеньки, и нужно еще будет спуститься вниз, потому что сшивать шапку мы будем снизу и потом уже переходить на вот эту часть, на верхнюю. Итак, я соединила ступеньки. И теперь мы приступаем уже к завершающей части, к сшиванию двух половинок шапки. Как вы можете это сделать? Вы можете воспользоваться ниткой-иголкой и просто сшить по краю, как стандартно вы сшиваете вещи, и плюс закрепить еще верхнюю часть. Также вы можете сделать это с помощью крючка. Как раз в этом видео я вам покажу вариант с крючком. Вот. Последнюю воздушную петлю, которую мы сделали, крючок никуда не достаем, ниток никаких не обрезаем. Соединяем две половинки. Главное, чтобы у нас сходились вот эти петли, то есть первая с первой должна сходиться. Вот. И далее начинаем сшивать. Берем крючок, заводим его внутрь. Заводим его внутрь первой петли одной части. Так, одну секунду. Вот. Вот внутрь ввели крючок. И теперь вводим внутрь первой петли второй части. Только здесь мы делали с внешней части, а здесь мы делаем с внутренней. Вот. У нас соединились две петельки. Теперь цепляем ниточку, продеваем через эти две петельки и продеваем через ту, которая была на крючке. Еще раз. Продеваем. Продеваем в одну петлю. Продеваем в другую петлю. Цепляемся, пронизываем через две и проводим через ту петлю, которая у нас на крючке. Таким образом, ну вот я потом просто вот так делаю, чтобы быстрее это было. Вот так пронзаю сразу и провожу крючком. Просто они подхватываются. Здесь немножко сложнее все происходит, потому что нитки ворсистые и путаются, застревают. Вообще, если вы начинающий вязальщик, то лучше вот такие нитки старайтесь первое время не использовать. Используйте либо акрил, либо полушерсть. В общем, гладкие нитки, потому что их легче всего распустить. Вот такие нитки очень сложно распустить. Чаще не получается распустить вязание с такими нитками, потому что вот из-за этих ворсинок они
путаются между собой, и как бы приходится только разрезать ножницами, и все. Вот. Поэтому, как бы, если вы... Поэтому, если вы начинающий вязальщик, то лучше не использовать такие нитки. Получается точно такая же косичка. То есть у вас вот этот момент сшивания, он будет не особо заметен, потому что будет получаться такая же косичка в узоре. Вот. И с этой стороны, если мы развернем, тоже вот будет косичка. То есть шов минимально у вас будет заметен. До вершины шапки, и вершину мы точно так же, как и все остальное, сшиваем крючком. Здесь можно просто протыкать крючком насквозь две части и по аналогии вот так, в общем, делать соединительные петли. Протыкаем, заводим и вот так соединяем. Так, я соединила. Последнюю петельку мы закрываем. Закрываем. И отрезаем ниточку. Затягиваем. Теперь нам эту ниточку нужно будет спрятать. Спрятать мы можем в соседние петли, просто вот так продевая ее через все остальные петельки. Вот она спрятана. И нужно еще спрятать вот этот кончик, который у нас был в самом начале. Его мы тоже прячем в соседние петли. Вот так вот можете еще потянуть, чтобы просто нитка встала на то место, где ей нужно, и больше не пряталась. Вот. Все, ну, спрятано. Теперь выворачиваем шапку. Вот наш шов. Это зад шапки, это перед шапкой получился. Вот так получается закрытая верхушка шапки. Вот. Можно сделать отворот. Шапка готова. Вот она на мне. Вы можете посмотреть, как это все вышло. Вот такой я отворот сделала. Можно сильнее его сделать, если вам так нравится. Можно наоборот меньше.
Можно вообще, наверное, без отворота носить, но мне больше нравится с отворотом. Такой вариант, ну, конечно, можно, но мне такие шапки не очень нравятся. И вообще эта форма мне больше нравится как раз из-за того, что она классно сидит с отворотом. Такая, типа, а-ля, не знаю, как это называется, шапка Кусто ее называют, что это за форма, не знаю, без понятия. Ушло у меня на все вязание где-то 2 вечера, без всяких напрягов, то есть я в спокойном темпе вязала под сериал, под музычку, отвлекалась на дела, которые меня беспокоили. Вот, поэтому в свободном темпе можете связать как раз за 2 вечера. Ну, если вы неопытный вязальщик, то, наверное, у вас уйдет чуть больше времени. Мне кажется, отлично получилось. Мне очень нравится этот розовый цвет. Вот, как он смотрится. Мои синяки, конечно, шикарно вообще. Ну вот и все. Надеюсь, ваша шапка уже готова. И вы сидите и досматриваете это видео в ней. Если вам было интересно, если вам понравился этот мастер-класс, поставьте лайк этому видео и подпишитесь на мой канал. Мне будет очень приятно, а вам будет полезно увидеть новые мастер-классы и научиться чему-то новому. Также можете подписаться на мои социальные сети и отметить меня на своих работах. Мне будет очень приятно. Всем спасибо и до новых встреч в новом году. Пока-пока!